Всем привет, с вами Росиксон, это криптовалютный канал, ну а сегодня особенный день, который я надолго запомню. А именно, я сделаю два видео, вон глинеры бегут, это первое. Два видео будут связаны между собой, первое я начну со стиха Сергея Мавроди, а второе видео начну со своего стиха. Итак, суд Париса. Кому же яблоко отдать? На что решиться? И что же выбрать? И на чем остановиться? Что предпочесть? Богатство? Власть? Убоги-боги! Весь мир валяется у ног, но три дороги. Ни меч, ни злато, третий путь. Ликуй, Венера! И улыбается Парис. Выбор сделан. И согласен ли я с ним? Согласен. Ни деньги, ни власть. Будь я на его месте, я поступил бы так же. Зачем вам деньги? Были ли они у вас? Вы были счастливы? У меня были. Я могу сказать, что нет ничего дороже. Елены прекрасны. Ссылки на соцсети Ангелина и Робигуд будут в описании. Когда я проснулся сегодня утром, думал, стоит ли делать, успею ли я, а что будет, а что если. Я принял решение, конечно, я в игре. И теперь никаких сомнений, когда решение уже принято. Я не сомневаюсь, это вредно, только мешает делу. Как я нашел телеграм-канал Робигуд? Я, кажется, перешел с YouTube-канала, смотрел почти все видео, поначалу посмотрел несколько, отписался, но в скором времени вернулся снова. Все видео были интересны, сначала расскажу об общем ощущении. Все видео сделаны профессионально, чувствуется знание дела Ангелины, любовь к делу. Самая главная информация одновременно интересная и познавательная, особенно когда приглашают гостей из абсолютно разных сфер. Таких каналов я больше не видел. А если вы знаете, то можете написать в комментариях. Очень рад за Ангелину. Она отличается от других. Очень сильная и, конечно, в хорошую сторону. Инвестирует деньги, недвижимость в разных странах. Что мне очень знакомо, я делаю так же, но купил пока что только одну квартиру с крипты. Начитана и очень приятная, грамотная речь, без слов паразитов. Что мне больше всего запомнилось? Наверное, это интересные истории из жизни Ангелины, других гостей. И что бы я посоветовал посмотреть вам, это, наверное, интервью Ангелины с Дашей. Ответы на вопросы всегда поднимут вам настроение. А, ну и чуть не забыл. Единственный минус канала то, что видосы довольно редко выходят, так что обращение почаще бы. И напоминаю, что будет вторая часть видео, которую я хочу сделать немного другой. Но вы увидите, как малая часть поменяет все. Подобно, казалось бы, незначительному действию в жизни, которое верхом переворачивает нашу жизнь. Что бы я ни делал, и считаю, лучше сделать. Было ли у вас такое, что вы упустили возможность, а потом вечерами думали о ней? А что если? А если так? Я считаю, жизнь нам всем помогает, открывает нам столько дверей. Нам остается лишь выбрать, куда пойти, главное выбирать, а не стоять всю жизнь и ждать, пока кто-то не откроет дверь за нас. Если дверь не открывается, взломай замок. Готовы ли вы смириться с серой жизнью? Помните одно, завтра это уже поздно, вчера рано, а сегодня в самый раз. Это очень сложное видео для меня, но и самое легкое. Так быстро я никогда не писал сценарий, все помогает мне. Вкусный морс, клавиатуры на ноуте. До этого иногда заедавшая не подвела ни разу. То, что я рано встал. Когда у вас есть цель, вы не замечаете преград. Вы видите множество вариантов, как дойти до нее быстрее. Ангелина, ну думаю, при встрече поговорим. А вы смотрите вторую часть, напишите в комментариях, что об этом думаете. Готовы ли жить? Готовы ли к смерти в любой момент? А сделали вы, что хотели? Я нет, но многое сделано, но еще больше предстоит сделать. Главное, я на своем пути, не хочу идти по-чужому. А вы?